сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Саратовской области. Пресечена противоправная деятельность сотрудников двух муниципальных учреждений. Предварительно установлено, что фигуранты требовали плату за выделение мест на городских кладбищах Саратова. При этом в соответствии с законодательством Российской Федерации участки под захоронение предоставляются бесплатно. От действий злоумышленников пострадали несколько десятков человек. В полицию Саратова также поступила информация о факте вымогательства. По имеющимся данным, один из муниципальных служащих требовал крупную сумму у местного предпринимателя, который на примыкающем к кладбищу участке организовал торговлю ритуальными принадлежностями. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники при поддержке спецподразделения Росгвардии задержали 6 сотрудников муниципальных учреждений. По местам их жительства и в офисных помещениях организации проведены обыски. Обнаружены и изъяты деньги в сумме более 14 миллионов рублей, оргтехника, средства связи, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Следователям Главного следственного управления Главного управления МВД России по Саратовской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Продолжаются мероприятия, направленные на установление личностей всех возможных участников криминальной схемы, а также граждан, пострадавших от противоправной деятельности.